Интерпланетарная мегакорпорация The Atlas Corporation находит древние инопланетные технологии на планете Прометея. Благодаря инженерии компания начинает производство оружия, чем вызвала золотую лихорадку у роботов-пришельцев, ранее погребленных в Земле других планет. Вслед за своими открытиями Атлас колонизирует Пандору в надежде на свою вторую большую находку. Колонисты прибыли на Пандору, и слухи об убежище с кучей инопланетных технологий разошлись словно лесной пожар. На Пандору приползла куча охотников за удачей в надежде найти убежище. Так или иначе, колонисты не обратили внимания на предупреждение планеты. Лето не за горами. И с первым потеплением местная фауна проснулась от спячки и обнаружила халявную еду, бродящую по их землям. С ростом беззакония, враждебности и, самое главное, нерентабельности, Атлас решает сваливать с Пандоры. Однако это не помешало поселению на планете Даль Корпорейшн. Под видом добычи минералов корпорация искала расположение убежища с помощью ксеноархеолога Патриции Танис. Немного погодя, они нашли частичку ключа от убежища, к большому удовольствию для Атлас Корпорейшн и их бойцов Кримсон Лэнс. В страхе от надвигающегося вторжения и малых инвестиций, Даль Корпорейшн решает сваливать, оставив тысячи работников на планете, включая Патрицию Танис и ее нездоровую одержимость поисками убежища. Танис, вбив себе в башку фобию покидания своего лагеря, отправляет сигнал охотникам за убежищем, призывающий к раскрытию секретов самого убежища. Развлекайтесь!